И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс и очень много подписчиков. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Режим у нас гонки, давно мы не играли в этот режим. Кэт Макс, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня аниматроники у нас на тракторах, и даже охранник один оказался. Посмотрим, кто из нас первый, карта новая, очень большая. Раз, два, три, выиграет сильнейший тракторист. Короче, первым я не буду ехать, потому что я вижу... Они уже начинают сталкиваться. Так, как всегда, Фредди самый лучший гонщик. Они сзади толкаются. Так, давайте их подождем, чтобы было интереснее. Прогреваем движок. У меня вообще сегодня черный с желтым. Мощнецкий трактор. Карта реально большая. Я не знаю, сколько минут, но мы будем, наверное, долго ехать. Они еще друг друга все подрезают. Не-не-не, Фредди, гони, они уже догоняют. Не подпускаем никого. Жесткая седлушка, а так, в принципе, норм. Давайте еще подождем. О, там окентуха. Брат, давай вместе ехать, только не будем подрезать друг друга. Вместе едем. Все-все-все, не подрезай, еду справа. С правой стороны аккуратненько еду. Надеюсь, ты меня не подрежешь, я тебя тоже не буду. Ай-яй-яй! Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, мы ж кенты. Мы с тобой в одной пиццерии работаем. Завтра в 8 утра на работе встретимся. Извини, обстоятельства. Я знал, что кто-то бы мне это сделал все равно. Догоняет, догоняет. В гонках друзей нету. Так, я вижу, они все едут сзади. Давайте притормозим. Эй-эй-эй, газуй, 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 быстрей. В следующей серии, не знаю, когда у нас будет режим гонки, мы будем, короче, делать самодельные машины, брать конченые машины и ставить ускорители. Сделаем, какая машина самая быстрая. Смотрите, он прям сзади едет в притирку. Во всех месте подождем. Ребята, давайте жду. Все соберемся и поедем опять. Ну что так скучно. Эй-эй-эй, новый трактор. Так, я вижу, догонят. Ну все, давайте, чим дальше. Прощай, охранник, ты все равно кончено пиццерию охранял. И ты прощай, Фокси. Едут только самые лучшие пацаны. Наваливаем, наваливаем. Так, надеюсь, мы уже полкарты проехали. Там сейчас дальше лес будет. Будет намного интереснее. Так, надо следующую гонку какую-то прикольнее сделать. О, в следующей гонке, знаете, что мы сделаем? Кто-то возьмет вертолет и будет бомбы сбрасывать на нас. Круглые вот эти вот. Я надеюсь, будет прикольно, да, Кэт Макс? Гонки с препятствиями будет. Вот что у нас. Так, смотрите, он прям сзади. Слипстрим ловит мой ветер за трактором. Так, ничего не происходит. Как-то надо угол срезать. А как ты меня догоняешь? Стой! Эй, не догоняешь. Что, жирный, что ли? Эй, ты что догоняешь? Че, еле еду, что ли? Может, shift надо прожимать? Нет. Да как ты быстрее меня? Нет, я теперь знаю, как это когда подрезают. Нет, нет, нет. Ха-ха-ха, блин. Ай, блин, меня понесло. Сзади еще, я еще не последний. Опа, кентуха меня ждет. Ждут, 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 пацаны, чтобы было веселее. Давай, Чика, я тебя жду. Мы уже дружные все, в одной пиццерии работаем. Едем, едем, все прикольно, след сделал. Так, нормальненько едем. Карта оптимизирована, 60 кадров. Карта называется ралли. Кто хочет, может ее всегда по этому поиску найти. Классно очень. Большая, и реально можно ралли здесь сделать. Так, следующую машину я уже знаю, какую мы возьмем. Так, так, так. Нормальненько едем, спокойненько. Никто никого не подрезает. Вот вертолет бы разнообразил бы ситуацию. Сейчас мы все сделаем. Вообще, я могу сейчас встать вертолет. Ну давай, бери вертик и скидывай на нас бомбы. Хотя мы уже до финиша, считай, доехали, но следующую гонку прям сделаем жестко. Будет реально весело. В следующем раунде будет вертолет. Я да. Давно мы так делали, я помню. На стриме я придумал такую штуку. Очень классно получилось. Тем более машины медленные. Может, на тракторах едем, те машины быстрее будут. О, все, вертик уже начал. Тренировка пошла. У тебя же бомба бесконечная, да? Да, вечно. Во, это эпик. Вот тот, кто первый едет, надо их подрывать. О! Сразу убил одного челепиздрика. Да, изично. Трактор твой тут и остался. Так что, не знаю, лети до трактора. Ого, бум, бум, ого. Первым вообще жестко ехать. Тихо, тихо, стой, стой. А, 80 жизней, ай-яй-яй. Ты что делаешь, негодяй? Забросал нас бомбами всех. Трактор, давай, давай, давай. Ого, из пулемета строчит. Пацаны, это гонки уже на выживание, это не просто гонки. Так, Фредди, ты можешь, давай, Чику, толкай. Да давай, прожимай вперед. Мы что, застряли друг в друге? Что-то трактора сцепились у нас. На! Не даю, не даю проехать. Так, бомбы летят. Ай-яй-яй-яй-яй. Кэт Макс у меня охотится на всех. Кидай на первых. Удобно вообще на вертике летать и кидать бомбы? Да. Можешь как пилпак идти. О, трупейшн лежит.
Я первый! Плохо shift не работает, было вообще сильно. Так, подъезжаем до финиша. О, господи, это строчит. Бум! Нифига себе, у тебя еще и ракетница есть. Так, 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 кто-то заходит. Ребят, кто хочет с нами записывать, заходите в наш дискорд. Будем вместе лупашиться. 6 человек играет. Вообще на 8 рек поставить еще 2 может зайти. Так что сейчас зайдут люди, мы будем вместе с ними играть. Получается, я второй приехал. Ладно. Удаляем трактора. Раз, два, три. Выиграет, пацаны, сильнейший гонщик. У всех шляпы торчат. А у меня лолки. Отлично, широкий сделал. Ой, так эти машины не такие медленные, как я думал. Нормально едут. Быстро очень. Так, кто у нас там вырывается? Фокси впереди вроде бы едет. Так, пацаны, срезать особо нельзя, хотя сам чуть-чуть срезал. Ну так, чуть-чуть можно. Ой, на этих гонках, да, пацаны, как-то веселее? Они лучше управляются? Прям как-то прикольно, что ли? Уже мочит всех. Первый сейчас сольется, чувствую. Так, можно было какие-то трамплины сделать? Бум! Кэтмакс, мне кажется, это было очень жестко. Но нормально, едем. Пацаны, можете на В быстренько пролетать машина. Давайте подождем их. Чуть медленнее будем ехать, будет веселее так. Так, я уже вижу, летят, летят, летят. Пацаны, давайте, жду вас. У меня очень классная тачка. Фары такие боковые, очень модные. Так, догонят. Ну что, давайте, наваливаем потихонечку. Блин, нифига не вижу, как-то низко очень сижу. Плохо видно, очень плохо. Если вниз горки ехать, то четко. Во, вот так вот. Обстреливает, обстреливает того челика. Первым неохота и ехать, убивает всех. Отвали. 25 жизней, Кэтмакс. Давай подожду пацанов. Обстреливает других. Давай вместе, давай, кто круче, я или ты. На тебе. Он такой звук издает, как будто это, не знаю, фера. Ух ты, 11 жизней. Ого, притормаживаю, притормаживаю. О, бомбы пошли. Это мне нравится. Бомбы, кстати, очень прикольно. Можно объехать. Тихо, 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 пацаны. Не, не летим, не летим, не летим. Ой-ой-ой. Так, это Макс что-то плохо. Их сильно валит. Во, ракетницы пошли. Ого, тут вылетел аж с гонки. Прощай, челепиздрик. Фредди лучший. Плохо нельзя шифт немножко прожимать. Бум. Вот это гонки с препятствием. Классные взрывы, мне очень нравится. Слабо, 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 очень так. Можно и поярче. Может какой-то мы мод скачаем? Ой-ой-ой. Первый улетейшн. Ай-яй-яй, это было эпично. Сразу двоих подобрал. Так, я знаю, что где-то я рядом. Я лечу к своей машине, быстрей. Так-так-так, а где она? Так, ребята, лечу. Ого, какая еще длинная трасса, нифига себе. А где машины? Чё-то не вижу. Короче, даю. Красиво, едем дальше, летим. Ой, бомба прям на крышу упала. Ты чё, мне машину новую крышу побьешь? Ого, дождь из бомб. Кэтмакс, ты чё такой злой? А, я сейчас не доеду, не доеду, доеду. Ой-ой-ой, 92 хп, не, нормально. Летим, летим, летим. Бу! Где моя машина? Быстрей. Быстрей садись в мою тачку, как назло Гаррис Мод. Лети, лети на всех силах. Взрезайся, не давай, не давай. Так, хоть предпоследний, последний, не хочу ехать. Кэтмакс мочит, не дает никому доехать до финиша. Правильно, правильно. Так, вот еще один слился. У них еще анимация долго садится, надо сбоку подходить, а не спереди. Догоняй, да. Да блин, тоже не дал до финиша доехать. Кто же доедет? Кэтмакс, ты что такой злой? Блин. Это был хард. Это был хард? А кто ж первый, пацаны, приехал? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!